Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Local Game, продолжаем прохождение Assassin's Creed Valhalla. Да, я, короче, поужинал, захожу, а игра не запускается. Я такой, what the fuck, что, почему игра не запускается? Давай залез на форум, и оказывается, не только у меня сегодня именно не запускается игра. Там люди спрашивают, что делать, короче, и там в конце кто-то написал, добавьте просто в авасте исключение, в принципе, ну, саму игру. Я, в принципе, так и поступил. Добавил, и, представляете, игра заработала. Я не знаю, может, у кого-то такая же будет ошибка, поэтому, если что, это вам совет. Не запускался. Я такой, что такое? Почему он не хочет запускаться? И добавил исключение просто в авасте. Походу, в авасте какой-то вышел апдейт, который нарушает. Так, придите на трапезу. Сегодня будем трапезничать мы. Так, наверное, на лошадь, да, быстрее будет. Трапезничать с королем и будущей королевой. Город процветает. О себе этот Освальд позаботился. Дан бродит один. Не к добру. Будь добрее, как завещал Христос. Так, ты кто такой? Освальд, где же ужин, что ты мне обещал? Эйвор, ты здесь. Ужин подадут, но, боюсь, пока еще слишком рано. Дождемся мою невесту и ее родичей. Это твоя невеста, Освальд. Кто она? Это любовь или политика? Ее зовут Валдис, и в наши дни по любви не женится, Эйвор. Мы заключим союз на благо Восточной Англии. Она из клана Данов, что умеет заставить с собой считаться. Валдис Пельш. Однако ее братья не так бескорыстны, как она сама. Хочешь, осмотрись, поброди в свое удовольствие. Ужинать будем позже. Эх, хорошо. В принципе, подождать могу. Так, в магазине ничего интересного. О, подожди, тут что? Опять эта беготня. Вот не люблю я это, кстати, беготню вот эту дурацкую. Где? Сотка, да, она где-то тут. Так, вы кто такой, сударь? Больше всего я жажду побеждать врагов с тобой. Денис. Это какой-то Денис Харузу. У него бронька-то нормальная такая. И сотка стоит, да, всего лишь? Ну, давайте наймем, в принципе. Идем. Покажи свою отвагу и заслужи место за столом героев. Это дядька крутой. Монастыри как будто какие-то русские, знаете. А, вон он, вижу. Давай-ся! Да что ж ты не прыгаешь? Да, ёшкин кот, мать моя же... Ну давай... Да... Я же стрелкой нажимал туда W. Вот почему он не побежал туда? Я потерял ее уже, походу, да, ее? Растяпа. Догонки и это. Догонялки с письменами.
Меня прям не очень радует, что он не всегда корректно прыгает. Никуда ты хочешь. Давай. Ну, ёшкин кот, но... Почему? Давай. Да. Ты что, не можешь к забору сразу прыгнуть? Так. Нет, да что ж ты. Так, вот мы залезем сюда. Вот, смотрите, он не хочет. А вот теперь ты... Странный. Попробуем попытка номер 3. Давай, малыш. Давай же, малыш. Да бегишь ты. И куда он делся? Так, а что еще можно тут? Так, все, больше ничего и не сделаешь тут. Давайте дождемся дня. Ой, ночи. Вот дня говорю. Ну что, друг, пошли ужинать. Мне пришлось до вечера на коленях тут просидеть. Лорды, леди, настал день мира и единения. Я призвал вас в Эльмингхэм, чтобы от всего сердца поблагодарить за дружбу. Финнер, мой наместник, за наших гостей, Бродера и Бродера, и мою прекрасную невесту, Валдис. Ух ты, нифига, она-то симпатичная. Если б не Хальфдан, ты бы не лапал нашу сестру. Но нас ты к себе в постель не затащишь. Бродер, это... Боги, последний король саксов не был таким слюнтяем. И то мы потеряли 150 воинов из-за его жалкой шкуры. Бродер! Если будешь дерзить, я попрошу тебя уйти. Это мой дом. Оскорбление неуместно. Вот зачем здесь ты? Охранять Тена, от которого несет козьим навозом? Извини, ты что-то сказал? Я так скучен, брат Волка. Меня заботит лишь мой клан. Если ради него мне придется добыть трон твоему королю, пусть так. Проще короновать трон. Он и то не такой дубовый. Проще было бы, если бы у вас хватило мужества дать отпор клану Руда, но ваших достоинств... Даже на одного воина не наберется. Прикуси язык, брат Волка, не то останешься без него. Что, вас так легко ранить словами? Что же будет, если мой топор обрушится на ваши вялые хубы? На наши что? Прошу, довольно. Что слышал? Ху, он хотел сказать. Ну, сами знаете. Драка. Я тебя сейчас накостыляю. Говорит, мы слабы. Слабы, хилы, хворы. Тихо.
Так подождите. Я, вы что двоел так нечестно? Так, я и забыл, как драться там. Вы мне ничем не поможете. Почти как дома. Блин, не успел я Q нажать. А? Чё? Выкусили? Раз двоих. А ну хватит! Повеселились и будет. Если это все, что вы можете, ясно, почему дела тут так плохи. Ты слаб, овчар. И твои друзья тебе не помогут. Нам будет лучше без короля. Нет, красотка. Ну все, мне конец. Кажется, безумные сны лучше пьяных стычек. Трата времени и доброго меда. Ее братья никогда меня не поддержат. Этот танец только начался, Освальд. Отдохни, силы пригодятся. Мы увидимся утром, скажи. Нам есть что обсудить. Найду, где заночевать. И, Эйвор, если поможешь мне, у тебя будет поддержка Восточной Англии. Обещаю. Угу, хорошо. Надо ему жениться, помочь. Так, отлично. Похоже, Освальд уже ушел. Нужно поговорить с ним. Так, а где-то что-то тут сокровище какое-то было. Блин, подожди ты. Я когда просто днем, ну, расканировал, тогда было, что тут сокровище какое-то. А сейчас я не вижу это сокровище. Обманули. Да, никакого сокровища-то и нет. Найдите Освальда, поговорите с ним. Ага. Покажи мне все. А, вот он. Я понял. Уберите в длинном доме и облейте-ка моих братцев водицей вот. Похолоднее. Смотрите. Эйвор, рада тебя видеть. Я же говорю, что-то было. Так не может быть, это всего лишь. Никак не пойму ее. Серьезно, вот это сокровище лишь. Что ты делаешь? Извините, извините. Странно. А, там еще один. Все, я понял. Там еще просто один, я не заметил. Вот, все, все, все. Извините. Я прям ему в тарелку прыгнул. Доброе утро. Кто рано встает? На босс? А нет.
Можешь работать как Трелл, но пиры тебе не даются. А короля судят по ним. Да, пожалуй. Я нахожу утешение в простом труде. Не лучшее свойство для короля, полагаю. Вчера братья оскорбили тебя. Твой долг ответить им. Такие дела решают сразу. Пара хорохорящихся петухов. Я скорее отвечу на мычание коровы, чем на их выпады. Для меня важнее свадьба и королевство. На глупцов нет времени. Твое гостеприимство предали. Там, откуда я, это оскорбление. Так-так! Тот самый грязный сакс, что испытывает мое терпение. Наместник Финнер. Знаю, во время пира я не смог показать себя, но не бойся. Со временем даны сдадутся. Сцапать трон вас желал? Пес, что кость увидал. Будь здесь Хальфдан сейчас, гнев скрывать бы не стал. И кричал бы мне: «Финнер, пинка кто-то хочет!» Наш храбрый пес Финнер, он скулит, что есть мочи, рычит, не кусая, всего лишь щеночек. Раунд. Что это было? Это флютинг, Озвальд. Рифма и ритм вместо кулаков. Попробуй так же, как он. За тобой не пойдут. Ты никчемный болван. Ты просто обжора. Сживал все слова. Неплохо, неплохо. Он выглядит, попробуй высмеять его глупость. Он туп, как Боров. Будет оскорблять, оскорби его ум. Ты скоро станешь, пес, добычей воронья. А ты от меда скис, башка... Трухлявей пня! Да, трухлявей пня. Он уродлив. Начнет хвастаться. Скажи что-нибудь про его внешность. Я родом с севера, где долгая зима. Но ты нарыв. Ты язва, Ты какашка. Ты сама чума. О, да, отлично. Ты сама чума. За угрожающим видом скрывается сопливый мальчишка. Будет хвастать? Напомни ему об этом. Хлад ветров я познал. Ты о них не слыхал. Только эти ветра... Сам ты и создавал! Сам ты и создал. Ты про те ветра! Который пукает, да? Я понял, понял. Озвальд, малыш, ты ничто без своего ворона. Он для трона не гож. Слишком мягок, не спорь. Он занимает два места на Дракаре. Напомни ему об этом. Это бык? Или морж, кит, гигантский шатер? Это пьяница Финнер, ходячий позор. О, уже получше. Неплохо. Прежде чем пролить кровь под оружие, звон, мы врага сокрушаем уместным словцом. Что ж, ты дружишь с рифмами, признаю. Но долго ли острый язык продержится против острого клинка? А ты проверь, Финнер. Вызываю тебя на Хольмганг. Надеюсь, ты шутишь. Что такое Хольмганг? Это же способ решения споров. Хольмганг. Это бой насмерть, да. Что ж, тогда поговорим. Поздно, ты бросил вызов. Но перед кем ты будешь хвастаться битвой с Финнером? Сразись со мной. Постой, это... Однако мне нельзя убивать Сакса на улицах Эльменхэма. Возле Сихенджа есть чудный островок. Всю кровь смоет и унесет вода. Подготовь все, встретимся там. Надеюсь, ты готов. Выбора нет. Дай минутку, я соберусь с духом.
Короли не заставляют ждать себя слишком долго. Это как-то этот... Готов к Хольмгангу? Надеюсь. Соберусь с мыслями. Встретимся на острове. Я, если честно, сам не готов. Прошу, осмотрись. А это торговка, да? Ну, давай. Глянем. Кто знает, что может понадобиться в пути. Морские котики, смотрите, хоть и маленькие такие. Хоть и маленькие. Что? Это он? Это они такой? Так. Я пришел к этим древним столбам, покрытым смолой, чтобы отметить их священным знаком и определить источник их силы. Я молюсь, и Господь посылает мне голос Святого Духа. Я слышу звучание изящного древнего языка и перерождаюсь. Эти столбы принесли исполины, чтобы защитить этот край от врагов? Господи, пусть истина снизойдет на меня, как твое слово. Так, а что мы тут должны сделать? Мы должны это соединить теперь. Соединились. Детский. О-во-во-во. Что-то есть? Как-как? Или вообще не так? И
Немножко не понимаю, как соединить. Ай-яй-яй-яй. Непонятно. Реально не пойму. То есть я пойму, что соединить надо. А чё и как? Не сильно до меня доходит. Надо какой-то тут... Далеко, да? Ну же, давай. Так, давай на кратаны сядь. Нет, не сядешь. Странной силой. Ну, такой себе. Так, 5 очков. Куда мы их можем раскидать? Усилие с этим навыком выпущенной стрелы и никогда не будет ломаться, их можно будет заново собирать с тел врагов. Завершающий стрел, нажмите R, целись в голову, оглуши врага, чтобы добить его завершающим выстрелом. Ага. Так, фигня какая-то. Атака с разбегу, фигня. Улучшенный адреналин. Так, а это что, почему? Любой момент. Ага, а это? Так, но это мы уже изучили, получается, да? Так, тут ничего. Стой. Блин. Тут что, у нас ничего нет? Нет. Нажмите после успешного парирования. Ага. Контр за мгновение до того, как враг атакует вас, куда нужно совершить уворот в его сторону. Ног за другой выстрел в голову.
отмахивается в ужасе. Ага, ну вот это, в принципе. Ну сюда нам нужно двигаться, да, я так понял тогда. И освоить. Что значит? Давайте, знаете, вот так сделаем. Все? Все, короче, распределили автоматически. А теперь смотрим, как мне накостыляют сейчас. Ты не разучился рисовать квадраты. Сколько бы я ни провел в Восточной Англии, я остаюсь даном. Это обязательно? Сила и отвага – полезные черты, Освальд. Если хочешь стать королем данов, они пригодятся. Истинная сила в решимости, в непреклонном голосе, что идет изнутри. Не слышал о говорящих кишках, но взмах топора вмиг остановит этот голос. Надо быть готовым. Стой, ты без оружия? Сражайся, за меня не бойся. Какой за меня не бойся? Он же меня сейчас докстреляет, хоть это и... Мы еще выкуем из тебя короля. Слишком сильно! Хороший удар. Продолжай. Не сдерживайся. Больно было? Я еще жив. Сложно поверить, что он женится на Валдис, да? Даны не пойдут за этим слабаком. Я все еще дышу, так? Покажи, что можешь, Сакс. Королем не станешь. Это все, что есть в Восточной Англии. Не отстану. Я достоин. Ну же, бейся. Ну давай. Заканчивай, Айвор. Смотреть больно. Бедолаг. И побили тут короля. Парнишку. Побеждает Айвор. Но ты был не так и плох, Освальд. Не вставай, хватит, Освальд. Так он заплакал и убежал. Я не сдамся. Ты храбро сражался. Не слишком умело, но пылко. И отважно. Всегда давай отпор. Во что бы то ни стало. Не бойся заморать руки. Не бойся нарушить правила. Ибо правил нет. Если принимать вызов смело и открыто, в этом честь воина. Не победить в бою, а пережить его. Эта потасовка не изменит решение братьев. Нужны успехи, нужны свершения, нужно дать отпор людям Руда. Те, кто напал на Битли, разбили лагерь на побережье. Чем быстрее убьем их, тем лучше. Этой победой ты добьешься уважения. А если принесешь братьям в дар добычу, они останутся у тебя в долгу. Пора обогреть клинок кровью. Ну что, ребят? Айвар, думаю, твоя команда сможет помочь. С вами был Лайков. Подписывайтесь, ставьте лайки. А завтра с этого же момента продолжим. Давайте, всем пока.